Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о турнире, который проводит детский мир Бамбино. И он будет проходить 1 мая и называется «Весенний кубок». Проходит жеребьевка кубка. Сейчас присутствует представитель команды «Бастион» и представитель команды «Спарта», которые проводят честную жеребьевку. Итак, здесь написаны у нас команды, которые вы все, пожалуйста, перемешаете, кубик кинем в кубочек. Вот, перемешаем там. Пожалуйста, вот, ты представитель первый. «Бастиона» вытягивает, какая команда будет выступать под номером 1. Сейчас мы сразу запишем. Под номером 1 у нас команда «Висагина». Наверное, это очень-очень хороший выбор. Поздравляем. Сейчас у нас все видео записывают. А, не надо. Да, окей. Пожалуйста, ну, представьте, кто будет под номером 2. Какая команда? Команда «Бастион». Аплодисменты. Да, так обязательно покажем, что команда «Бастион». Так. Пожалуйста, Влад снова. Кто у нас будет третьим? Спарта! Ну, понятно. Номер 3. Это Спарта. Ну и что у нас там осталось последнее? Ветераны остались, понятно. И показываем, что у нас там. Ветераны. Ветераны. Спасибо. Всем приятно поучаствовать в турнире.